Здравствуйте, вы на канале «Давай поварим», и сегодня мы будем готовить гречку с тушенкой и закусочку из баклажана. Итак, приступим. Для начала режем баклажаны пополам. Солим. Перчим. Добавляем оливковое масло. Кладем на противень и отправляем в духовку на 40 минут 160 градусов. Нарезаем лук кубиками. Льем масло растительное и немного оливкового масла. Кладем лук на обжарку. Режем чесночок. Нарезаем морковку. Лучок с чесночком поджарились. Немного от этой массы откладываем отдельно. Кладем морковку на обжарку, нарезаем помидорчики и добавляем на поджарку. Высыпаем в сковородку гречку. У меня здесь стакан гречки. На стакан гречки 1,5 стакана воды. Немного соли, пол чайной ложки, и черного молотого перца, 1/3 чайной ложки. Залили водой 1,5 стакана, накрываем крышкой и варим 15-18 минут на медленном огне. Гречка у нас проварилась 16 минут. Сейчас кладем тушенку. Перемешиваем тушенку с гречкой и варим еще минут 7-10 на медленном огне. Итак, гречка у нас готова. Даем постоять минут 5. Баклажанчики у нас тоже готовы, сейчас мы их будем украшать. Для начала лук, то что мы немного отложили с маслечком, кладем на баклажан. Кладем сыр фета 16%. Нарезал предварительно кубиками. Козий творог, козий творог лабани, помидоры черри, и немного зеленого лука.
лайкните. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если вы любите гречку и как вы ее варите. Попробуем. Гречка. Самое вкусное блюдо. Попробуем баклажанчик. Баклажан с сыром. Баклажан нежнейший. Сырок отдает такой специфический такой вкус. Кислинка. Обалденно вкусная гречка. Легко приготовление, дешево и вкусно. Самое главное. Завтра будет что-то обалденно классное. Для вас это будет сюрприз. Ну что, встретимся завтра. Чесночок.